Что делать, чтобы не замерзала солярка? Или как ее разморозить? Интересно, смотрим дальше. Всем привет, меня зовут Виталий, и я думаю, что вы точно знаете, когда замерзает солярка разных сортов. То нужно следить за прогнозами погоды. И всегда иметь в запасе либо 10-20 литров зимнего вида топлива, либо одну из присадок. Чтобы не замерзла солярка в баке, используйте бензин, доливая его по пропорциям. Керосин или антигель. Но если случилось так, что она все-таки замерзла, то специальные размораживатели, его льют как в бак, так и в фильтр, всегда помогут. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.